надо выручать. Ты не в сапогах? Машет рукой. Помогите. Подруга заглохла. Все, затонули. Сейчас сидите, сейчас сапоги надену, развернусь, вытащу. Бруны такие, блин, вообще. Машину-то не снесет. Шумит-то как, слышишь? Вообще водится. Ты спасателям специально сюда поехал? Я сразу хочу не спасать. Ты что, я снимаю? Эти уже думают, ехать ли, а стоит ли. Вон там льдина плывет, блин. Быстро так плывет. Это что, уже луга тут? Не пойму. Залило. Заглох. Трамблер, видать, залило. Сейчас переобуют сапоги, поможем. Сейчас сапоги надену, вытащу. Она так пищит у тебя против. Потихоньку, если поедете, нормально. Главное, чтобы не залило трамблер. Ну что ты? Сейчас мы потихоньку объедем его. Да. Наверное, спасать собрал парнишку. Ух, нифига, как там, глянь. У него там по полной программе. Хорошо у нас Гаврю уже такой высокий. У нас впереди свечек таких нет. Волна такая впереди идет, как этот. Вездеход потемки. Пацан с баном сдает, там помочь надо. Ну, вороны, блин. А шум-то какой. Ну, волну разрезает, да, как корабль натуральный. А удар такой идет. Течение все равно подснатывает, да?
Еще девчонки довольные едут. Да, побольше газу дайте. Да нормально проехали обратно, но мне немножко еще и пошли. Синенькая тоже ваша, да? Нет. Я просто жду, чем все это кончится. Да нет, мы будем сушить, а попробуем завести. Попробуем. Если не заведется, то из этого с толкача заведем. Пошел. Сейчас как этот. Сейчас волной парнишу накроет от автобуса. Че он там ходил, снимал или че, я не пойму. Ну-ка еще раз. Точно, налил сапоги. Ура! Отцепляйся.